А? Послушание, забота. Это самое, вообще это самое важное качество для женщины. Для мужчины развить ответственность, для женщины послушание, забота. Послушание не имеет в виду как рабоподобное, а принятие через любовь. Что я это делаю с любовью. Те, кто себя угнетает, я поняла умом, что должна быть послушная, но понимаю, что то здесь вот щемит, то там, понимаешь, противоречие, потому что я же в прошлой жизни, ты понимаешь, вот то сама генералом была. А мы помним, что, да, как правило, женщины, ну, вы были в женском теле точно, меняем и тела, в зависимости, да, как определить можно. Посмотрите свое детство. Как я была, боевая девчонка или я была тихая? Никто не замечал, что мальчики, пацаны, как правило, мы там до 7 лет, до 5, мы такие все такие, это девки там нас бьют, понимаешь, стихают это. Почему? Потому что сансара-то не осталось от тонкого тела, я же-то генералом был в прошлой жизни. Смерть это маленькая, это как сон. Мы покинули тело, вот вы когда ложитесь спать, в каком настроении ложитесь спать, в том просыпаясь, никто не замечал? Однозначно. У меня пример был хороший, мне когда операцию делали на мениск, усыпили этой, как она там, снотворное какое-то, короче. Я такой смеюсь, радуюсь, там, отрубился. И я проснулся такой, радуюсь, смеюсь, дальше положил, что такое? А он мне спросит, ты что смеешься? Я не знаю. А переключка, то же самое, это вам подсказка, что когда чтобы просыпаться в хорошем настроении, у кого плохие проблемы. Почему говорят, помолитесь, ребята, помолитесь. Поблагодарите судьбу, поблагодарите всех за то, что они вам дают. Искренне сделайте. И мы имеем право благодарить, потому что это часть нашей жизни. Все наши люди, учителя, и они нам помогают. Играют для нас роли неблагодарные. Мы поняли, что этот урок, как тренер, который с нагайкой, он побежал 20-ку, зараза, отжался 50 раз. Хочешь быть чемпионом? Хочу. Вот отжимайся, не могу. Давай, сказал. Спасибо, тренер, что ты меня тренировал. Иначе бы я расслабился, я бы не делал. Потом мы это говорим. Да? Да. По поводу послушания. Сейчас, простите, сейчас. По поводу послушания, да, как бы, но это ж не даже какая-то через принятие, там, через любовь, как, это же не должно быть слепое послушание. Нет, потому что я сказал, да, делаем все с любовью. Коль вопрос затронули. Просто, ну, вот есть, например, манипуляторы, да, которые очень, как бы, пользуются, да, там, тоже то, что вот, и наоборот, они хотят развить, как бы, тебе те качества, которые будут именно, ну, как, им нужно, когда вот даже там на него гаркнули, да, либо, ну, вот как бы дали отпор, то есть они даже просят. Мужчины, можешь, мужчины? Да, да, а мужчина даже вот просит и спрашивает. Почему ты так не делаешь? Ну, я не знаю, раз мужчины по-разному, это уже психология тонкое отношение, индивидуальное. Но общие правила какие, то есть, как я сказал, что для того, чтобы мы, что бы мы ни делали, общие правила, которые везде применяются, я вам рекомендую, что мы должны от всего получить удовольствие. Что бы мы ни делали, любые нововведения, любые самые золотые правила, которые мы изучаем, они должны у нас отвлекаться и вызывать чувство наслаждения, удовольствия. Если я не получаю удовольствие, делаю самое благое дело, вставая утром 3 часа, занимаясь мантрами, бегая, как долго я могу протянуть? Поки терпеть нарывается, вот чаша терпения переполнится, все хана. Потом вы все знаете о том, что я думал по поводу вставания 3 часа, ваша зарядка, ваша медитация, мама ваша дорогая. А? Поэтому пока есть время терпения, пока у меня время есть терпение вот это, я должен что сделать? Научиться получить от этого удовольствие. Да? Ребят, мы здесь и сейчас, мы контролируем ситуацию, мы в пространстве здесь, ну, да? А смотрите, если, например, как ты можешь удовольствие получать от того, чтобы от того, что противоестественно с тобой? Же, как бы, ну, что значит противоестественно? Ну, нельзя, например, ну, на мой взгляд, нельзя терпеть, как бы, и получать, да, удовольствие, но если это вот. Нет, вопрос слышали, да, все, как бы, как-то, умом понимаю, что не надо делать, если я, вот, все начинается на обратную, я начинаю делать тогда, когда я умом понимаю, что надо делать, как технология идет, я не знал, что я должна, женщина, что я должна быть смиренной, это сделать, даст мне возможность иметь ответственного мужчину, я это не знала, я прочитала в книжках, послушала людей, посмотрела на примеры, духовные писания изучила, да, и понимаю, что информация есть, что если я проявляю смирение, у меня будет такой вот мужчина. И вот есть примеры. Люди, которые живут, таких вот миллиард людей живет в этой, и плюс еще мусульмане, еще сколько-то миллиардов, да, живут. И я понимаю, все, значит, надо делать. Но чувства не хотят. Умом понимаю, но как бы нету ресурсов. Ум-то хочет наслаждаться, а вот что делать? Тогда вот я начинаю работать от ума, я начинаю себя заставлять это делать.
понимаю, что это хорошо. У меня мотивация должна быть. Какая мотивация? Мотивация, я буду иметь ответственного мужчину. Делая это, я буду ответственным мужчиной. У меня будет ответственный мужчина. Как вот я решил стать олимпийским чемпионом. Мне сказали, блин, да такая программа, там, работать, это, пахать сутками, ничего не досыпать, вообще ничего в мире рассветного не видишь, никаких женщин, забудь про все на свете, понимаешь, вот это мужское общага, и все, ничего больше другого не будет. Я такой, бум, нифига все. Да, жизнь тяжелая. А, и начинаю взвешивать, а вот то стоит ли оно мне того? Если понимаешь, что оно мне стоит, а для семьи это должно стоить, понимаю, что таким образом я создам счастливую семью, а для меня это самое важное, тогда я беру свой ум, и говорю, надо делать. Вот теперь это первый шаг. Но второй шаг, конечно, говорю, важно. Если я, вот, период, пока у меня есть терпение, сейчас заставляю, насилу себя, да? Сначала я начинаю действовать, делаю. Все мое терпение, я не научилась, пока терпение не закончилось, я не научилась получить этого удовольствия, то что наступит? Бабах большой. Да. Терпеть урвался, все, бабах. Да. Поэтому в этот период, пока есть терпение, пока она мне держит, помогает, я должен научиться получать удовольствие от этого. Если проходит время, и я чувствую, что трепец уже маешь взрывается, я не навчился получать лицо задоволение, что я роблю? Меняю программу, пересматриваю свои действия, что-то не так делаю. Либо отказываюсь, значит, не для меня. Простите, я помню, моя санскара, насколько помню, что я была просто в жизни мужиком-генералом, я никак не могу в этой жизни, в этом теле играть роль женщины. Простите, я буду лучше лесбиянкой или самостоятельно жить. Каждое свое решение. Да? Но мы помним, что мы здесь в этом теле, для чего, прежде всего, для того, чтобы выполнить свои базовые три назначения. И первое, в моем понимании, это действовать согласно своему телу. Мужчина-женщина. Это базовое. Мужчина-женщина. Это определяющее. Кролик должен быть кроликом, лев должен быть львом. И жить по льву. Ну, у животных попроще, потому что у них карма автоматически исполняется, у них выбора нет. А на человеке дали возможность. Мы же Господь Бог, мы делаем, что мы хотим. Поэтому ответьте за это все. Итак, на чем вы остановились? Я ответил на ваш вопрос, да? Быстро только, потому что наша тема, помните, какая? Следите завтра, в 15:30 у нас будет, мы будем решать, как освобождать прошлые отношения, обиды, как освобождаться конкретная техника. И затронем этот вопрос, напомните, хорошо? 15:30 будет. Наверное, скорее всего, это поляна. Хороший или нет? Окей. Не вопрос. Да. Да, или личная консультация. Окей. У меня вопрос. А вот вы писали, у вас там был список, какие нужны требования для соответствия разным классам. Как вот это вы посмотрели, или это уже рассказывали? Это было на прошлом занятии у нас. Возможно, мы затронем еще позже. Посмотрите по расписанию, какие мне там идет, какие классы будут. Завтра у нас классы, следующий будет, как избавиться от прошлых обид. Как посвятить прошлые отношения? Прежде чем начать новые отношения, вы знаете, что нужно. Помимо того, что я, вот это я должен быть самодостаточным, я еще должен отпустить прошлые отношения. Это важный момент. И вот это мы будем работать над этой частью. На прошлом занятии я дал полную схему, из чего состоит весь процесс этапов развития семейных отношений от А до Я. Теперь блоки, пошли по блокам. Первый блок начинается, как отпустить прошлые отношения. Как избавиться от обид, как быть здесь и сейчас. Потому что пока я не отрежу прошлое, как я могу быть здесь сейчас, строить отношения с Васей, если я с Колей мне снится, я Васю в постели называю Колей и все время о нем думаю. Вот что мне это будет? Будет оно что-то? Нет. Вот так. Okay? Да. Итак, все, возвращаемся в нашу тему, ребята. У нас так сколько времени у нас? Так вот часа. Ребят, следующая линейка у нас 19:30. Да. Кто идет на следующую линейку 19:30? Отлично, хорошо. Тогда мы работаем до 19:30, да? У нас есть время. Можно до 19 сейчас. Хотя бы 10, чтобы было время. Вы можете уйти можно, ну, хоть сейчас. Ну, я стараюсь давать, что я могу. Ребята, вы хотите, чтобы я вам дал полноценное? Хотите, я могу сразу сжать все в комкать? Ну, да. Не проблема. Хотите? Нет, пусть будет больше времени, кто не хочет, могут уйти. Мы же в субботу такой что? Чтобы 5 минут. Не проблема, да, да, да. Окей, вы поняли, ребята, да, что у нас план какой сейчас? Разобрать
что мы должны иметь, что мы должны делать. Потом я хочу, чтобы вы потренировались, попрактиковались конкретно вот между живые партнеры. Давайте начнем сейчас с того, что мы сейчас мы с вами что обсуждали, как представиться незнакомому человеку. Разбейте сейчас по парам, поверните сейчас, желательно мужчина, мальчик, девочка, и смотрите, как сделаем. Представьте, что вы, да, абсолютно, если вы друг знакомы, пытайтесь выбрать незнакомого человека. Первый человек, первый номер, мужчина начинает, мужчина знакомится с девушкой. Представьте, что у вас всего буквально минута, окей? Вы пытаетесь познакомиться с девушкой. Девушка записывает свои чувства, которые она испытывала в тот момент, когда мужчина ей что-то говорил. И потом дает ему обратную связь. Вы, мужчина представился, вы сказали, не хотелось с тобой общаться больше, что-то не понравилось, плохо сказал или классно сделал. Дала быстренько обратную связь и поменялись. Девушка знакомится с парнем, окей? Если у кого две девушки, им парней не хватает, девушка с девушкой, играйте роль как в шахматы. Представьте, что вы мужчина, да, и просто слушайте как со стороны, как тренер, каково оно, как правильно ли она представляется, окей? Давайте, ребята, разберемся быстренько на 5 минут. Предполагаемое обстоятельство, как в театре, как и бокал шампанского поднять. Выбирайте себе любую ситуацию, какую вы хотите сейчас, да? Нет, какая вам больше всего подходит. Там виходить взагалі тема цікава. Тобто я чув, ти хочеш, щоб тобі правильний хлопець прийшов до тебе в інституті, підійшов сам. І Руслан спитав. Ребята, общаемся так, как будто первый раз человека вижу. Никаких общих занятий нету. Первый раз увидел человека. Моя педикюра, я знаю, что не решили. Ты вот такая послушная, классная. И я в нее вместе перешел. Я помню, что прямо идет. Ну, надо готово, то есть такое выражение, что ты можешь, что хочешь что-то сказать, а ты не будешь сказать. Ребята, помним, поза, да, все влияет. Моя поза, тон голоса, все влияет на восприятие. Ну, не зовсім таки, просто я думаю, те, що говорити. Ні, Так би мовити, це майже рідний дім, бо я там був усі 5 чи 6. Ого, ну, виходячи те, що спустилась на дуже велике місце, це цілком достатньо, щоб його знати. Ну, останній раз в 14-му році, і був там готель Європа, там є класний люкс у мене. А після того я вже не їжу, я вже ніколи не здав. Ну, по-перше, виявилось, що я не настільки хворий, щоб такому люксі там жити. До того, щоб приїхати туди і так оце все робити, як я робив. Ну, я там дуже багато спортом займався фактично, по всіх районах. Кожен день басейн був у мене, тренажерка. Зараз я саме так живу, де я кожен день басейн, тренажерка. Багато спорту і дуже красиво жити. І це вийшло потім дуже дорого, а лікувального ефекту нуль. А ви воду спортив... Ну, воду пив, але який сенс, якщо людина досить нормально себе почуває? Бо вже треба пити цю воду, коли вже печінка відвалилася, а в мене вона ще є. До речі, у місцевих дівчат, я помітив, дуже погані зуби, тому що вони такі тяжко до воду, а в тебе класні. Я тоді, тому я не думав, що ти розкрився. Ну, взагалі, цю воду будемо почувати. А я як так робив?
кушать треба, ну все люди. Не так, як місцевих дітей. Ні, воду цю звичайно. Звичайно, там теж трохи переливається, і вона досить така солона, і вона неякісна, не дітям. Довгий старий будь-який, тому що добрий ген. Хто ти, як це? Порода, якісна. І ця порода. Ну, батьки з того, що пан більше роль зіграв. Я вам трошки хотів. А, ти студентка, так? Так, а який вже? Так, ребята, зараз даємо обратну зв'язь, внимание. Обратну зв'язь даємо. Обратную связь даем, что было хорошо, что было нехорошо. Что улучшить? Обратную связь даем тому, кто был знакомился с тобой из завтра. Скажи, ну що саме, що краще? Мені сподобалося. Що можна зробити краще? Я зразу розрішала, сказав, що... Ну, хоча б знову так, що мені захотілося відписати. Запитався в мене, що я підписала. Було б не підійшов, але я почав говорити зразу відписати. Так, насправді, це нейтрально. Ще я змогла розставитися. І потім, як я вже почала говорити на особисті теми, ну, я вже... Тобто я як нормальний хлопець маю робити саме так, а? А як вам десь так? Ага. Освіта, це виходить дуже добре для медичні. А, ми можемо це подивитися. Медична річна це теж дуже добре. З тої точки зору, яка людина, яка має. Буде робити, ми маємо можливість зберігати свої і здоров'я, Так, ребята, дали обратную связь. Обратную связь все дали? Хорошо, сейчас меняемся, меняемся ролями. Меняемся ролями, сейчас наоборот. Те, кто был первым номером, знакомился, сейчас знакомятся с ним. Добре, Алісія, що ти розумієш? Я до іншої дівчини піду. Все, вона зі мною. А можна я тобі зробити? Так, іди ко мені. Ми поміняємо пока. Ви зараз граєте роль, ви знайомились з нею. Ви зараз граєте, ми ж граємо роль. Зараз граємо роль, що ви зараз граєте, що зараз, щоб у вас була одинакова связь, а потім поміняємося, да. А зараз ті, хто знайомився, зараз з ними знайомиться. Граємо? Наоборот. А вы сейчас попробуйте, как будто вы заново, человек, которого вы не знаете. Вы не знаете, абсолютно его не знаете. И потом мы меняемся с новыми партнерами. Сейчас наоборот. Добре. Зараз змієте сьогодні. Дивись, так, спочатку давай на ти. Добре, так, мене Андрій. Майстер клас, що ти хочеш? Що ти хочеш собі змінити? Ти так писав. Хто у вас зараз знайомиться? Ви знайомитесь? Ага. Ну. Ребята, секундочку, минуточку. Те, кто играет сейчас роль, кто знакомится, кто первый номер знакомится, вы должны и держать инициативу в своих руках. Если вас сделали, как вот здесь пример, да, девушка знакомится, но вопросы начал задавать и как будто знакомится мужчина. Right? Not good. Вы отрабатываете свою часть, что вы знакомитесь.
Я девушка, знакомлюсь с молодым человеком. Как я это делаю? Инициативу я проявляю. Все в моих руках. Мужчина должен играть роль, что он первый раз девушку видит. Окей? Первый раз. И задача какая? Девушка к вам подходит, начинает с вами знакомиться. А вы записываете, вы помогаете партнеру. Вы записываете свою реакцию, мои ощущения, как он ко мне подошел. Или сработало это у меня. Захотела ли я с ним общаться дальше? Или наоборот, нет, не хочу. Вы сейчас помогаете партнеру для обратной связи для чего? Дать обратную связь, посмотреть, или правильно ты подошел ко мне со знакомством. Смог ли ты достучаться до моего сердца, увидеть, что во мне есть, как ко мне подойти, в каждом все индивидуально. Потом мы меняемся партнерами для этого, да, чтобы дальше пошли. Подойти к партнеру так, чтобы я посторонний человек, я тебя вообще не знаю. Даже если вы друг друга знаете, сыграйте, что я тебя не знаю, хладнокровно. Вот то, что мне откликается мне твои слова. Ребята, поза, голос, да, как я говорю, куда я смотрю, все учитывается. И тот, кто берет обратную связь, дает потом, все это учитывайте, все расскажите до деталей. Чем вы ладите лучшую обратную связь партнера, тем более эффект будет у партнера. Ты сидел как чайник, понимаешь, неудачник, а говоришь, у тебя миллион долларов в банке. Да посмотри на себя, какой миллион долларов? Сидишь как, блин, за это, зануда какой-то. Соответственно, должно быть, дать мое тело, мой тон голоса, моя презентация, мои слова. Вы сейчас делали ошибки для того, чтобы знали, зачем работать. Поехали. Вы, кто был у вас сейчас, ошибка роль сейчас знакомиться? Он знакомится с ним, все. Да это он знакомится с вами? Мы не сразу сказал, знаем. А вы два конца сыграли? Вот, я говорю, что... А я хотела сказать... Блин, я же не могу писать. Если придется 100 раз его говорить, если хочешь человека знать. Я хотела сказать, так это становится всегда дать интервью, и по опыту меня мастер покладывала, хотела бы с мастер-классом там увидеть. Ну, у меня будет достаточно пешкинки, я хотела бы снах, то есть можешь из Лисабы на дефицит цепкалы. Да, да, да.